Всем привет! Вы на канале Влог Дикаря, и я уже в Москве. Посмотрите, вот она, Moscow City. Сейчас иду заселяюсь и едем покорять Москву новыми видосами, новым контентом. Поехали с аэропорта до станции Ховрино. 250 рублей на человека на автобусе. И потом билет на метро. 61 рубль. Один билет надо по одному билету купить, да? Да, просто один билет за 61 рубль. И все. И что? Вот такая вот эта станция Ховрино. Вот видите? Станция Ховрино. Все, на автобусе за 250 рублей доезжаете, это минут 15. И потом на станции Ховрино билет покупаете. Вот, вот. Moscow City, встречай. Вот покупается такой билет на метро. В принципе, все. Вы входите. Купили на кассе. Интересный дом с интересными окнами в Москве. А сбоку, я так понял, это вентиляция, можно приоткрывать. Мы сейчас потом столовую какую-нибудь найдем, поедим. Да, уже хочется поесть. Первый день в Москве, так говорится, только после аэропорта. После метро. После метро даже. Мы сейчас на метро, минут 40. На метро, на автобусе, на метро, и вот мы сейчас в центре Москвы. Ну, где-то, да. 50 минут. Да, ну где-то 50 минут. 50 минут и вы в центре. Всем привет! Я уехал с одного города в Москву и сейчас поселился в хостел. Буду покорять Москву. Всем добра! Вот она. Ну, когда буду спускаться, траншея. Это провинция. Всем привет! А теперь годный лайфхак для Москвы. В Москве сегодня плюс 35, мне захотелось воды, и я купил себе воды. Лайфхак! Сейчас нахожусь на европейском вокзале. Европейское место, тут вот европейский причал. А? Вообще-то это Киевский. А, Киевский. Киевский, короче, это вокзал. Вот. И Киевский причал. Да. Сейчас вот этот. Воду купили в перекрестке. 48 рублей. Вода. Нормально. Планы какие? Сейчас поедем на теплоходе по Москва-реке кататься. Билеты уже взяли. Билеты стоят 600 рублей на человека. 800 рублей на человека. Не 600. 800 рублей на человека. Вообще-то 1600. Тише. Это же что-то не понимает ситуация. Солнце перегрелись, люди. Жара плюс 35. Плюс 35. Тише. 1600 рублей. Оператор, блин, в деле. Я уже приехал, было 3500 на карте. 500 рублей осталось. Уеду, там надо. Москва высосала деньги. Смотрите, за 800 рублей вы получаете 1,5 часа прогулки на теплоходе с видом на всю Москву. Шикарно. Воду берите заранее и заранее поешьте. И обязательно еще берите с собой противоукачивающие, да, таблетки. Москва-Сити, смотрите. Смотри, покажи оператор. Вот это Москва-Сити. О, смотри, покажи сюда. Тесла заряжается. Смотрите, покажи меня тоже на фоне. Смотрите, зарядка Теслы идет. Увеличим. Увеличила. Там заряжают Теслу. Прикиньте, остановись. Вот, зарядка Теслы. Там Москва-Сити. Uh-huh. Короче, приехал. Меня снимай. Я приехал покорять Москву. И она мне покорится. Москва-Сити! Буду с теплоходом, вам еще поснимаю виды шикарные. С теплохода будешь, бери. Ну
Вот, друзья, посмотрите, какая суть. Теплоходы все вот подъезжают сюда, тут сажают людей и высаживают. Сейчас он... Этот называется организатор. Организатор. Вот он разворачивается и паркуется вот сюда. Там вот теплоход Москва-21. Вот, видите, на разворот идет. А у нас получается Светогор, легендарный пароход. Такие вот здания интересные. Азимут. Хоп, на разворот. Организатор и следующий вот наш вот Светогор. Где-то там он живет, на это не он. Потом столько людей. Сейчас открываются, и они все придут. А вот там вот где-то Москва сети. А так вот люди подплыли, сейчас их будут высаживать. С этого корабля. А вот эти все люди зайдут на эти корабли. А тут вот корги. Вот посмотрите, в Москве какие тачки ездят. Вон, смотрите, какой Мерседес. Короче, тут еще проезжали всякие Порше, корветы. Может быть, если увижу, поснимаю. Вот, смотрите, там вот такой вот Порше Панамера стоит в Москве. Ой, чудо, Прада. Сейчас они поедут под него. Езжай сюда. Вот он поехал. Посмотрите, какой красавец. Они Кео, это такси. Кео, Рио, Белка, там, все дела. Вот она Москва, ребята. Москва Сити. А вот он и наш легендарный адмирал, на котором вот я поеду. Смотрите, вот он подплывает. Это легендарный корабль. Реддисон. Легендарная пыль. И выйду, потом мы скажем. Вот он, Светогор. Легендарный Светогор. Подплывает. О нем ходят много легенд. На Светогоре многие звезды отмечали день рождения, юбилеи. Говорят, где-то на нем Алла Пугачева прячется. Ладно. Все, идем на посадку на Светогор. Легендарный. Чекнули. В итоге вот наш Светогор. Места занимать. А там нырять будем. Корабля. Если бы я был бы рад. Столько народу там стоит. Вот он. Светогор. Заходим на палубу потрясающего судна. Вот так вот тут внутри. Кафешка. Такой внутри зал. Но тут очень жарко. Очень жарко. Наверх. Но камеры не чокнемся. Там вода. Наверх пойдем, там попрохладнее. А может на воздухе и нормально будет, а тут что-то вообще духота. Сейчас будем махать нашим коллегам с Праги. Ну что, я им махал. Жаришка. Возят Чебень, что называется он, ОКСИ-69, здоровый, большой, а там вот привет корабль, название Волна, сейчас корабли, вот там человек есть, наверное, он будет махать мне, машет. Гриша, увидишь тебя. Корабль Крокус, чисто такой дагестанский, весь затонирован, хлам вообще весь затонирован. Вот мы уже отправились. Мост
вот с этого причала Киевского. Там вот видно Москва-Сити. Ловём. Файлы тут уже люди просят. Мне файлы дашь. Вот так вот столько народу. Файлы, файлы. Ловём. Вон Рэдисон не заворачивается. Да, вот красота. Там куча людей. Ждут своей очереди. Вот она, Москва-Сити. Зачем мне солнце? Снимаю вам красоту прогулки. Вот только начали. Вообще здорово, всем рекомендую. Красота. ЦВК проезжаем. Рубль. Мимо ЦВК. В общем, тут еще на корабле вот этом только полы покрасили, и получается кроссовки вот прилипают. Видите, зеленый пол. Вся обувь грязная. На эти дома на канале «Я дома». Вот в этом доме вот буквально месяц назад был выпуск, там квартира была. Я точно помню, с видом на реку. Даже вставлю вот вставку сейчас вот, наверное, с этого канала. Хотя не буду вставлять. Короче, «Я дома» канал. Короче, непонятно, едем дальше или останавливаемся здесь, потому что плыли всего полчаса. Сейчас посмотрим. Все, мы отправляемся дальше. Наш план. О, смотрите, как сразу классно, да? Адреналинчик. Мы с ним будем, чем он меня на тебя попросит. Вообще просто садитесь в кресло и ваши ноги. Прикольно. Это мои друзья. Вот они, кабинки. Это как в этом, в Нижнем Новгороде, да, мы на канатке ехали? В общем, мороженое на корабле стоит 400 рублей. Покажи. Мороженое за 400 рублей. Вот это. Под заказ из Редисон.
Но стакан-то стеклянный, наверное, тоже с собой за эти деньги забирается. Нет. Заберем. Там вот поезд. Следующий выход. О, тенек. Вот люди тут отдыхают, загорают. Вот там компания. Скорее пюрешку с котлетой в столовую, но скорее всего меня не поведут в столовую, потому что есть хотят побольше денежек потратить и пойти в кафе. В смысле, я в столовую, у меня лимит. Время получается вот 6:30 вечера, мы все плывем. Феста 2022. Сегодня 24 июля. Там вот проходит ВК-фест. Вход туда 2800 рублей. Если кому интересно. Там елка выступает. Там елка выступает, походу. Выпускные, что ли, надели, свадьбы. Оски 69 мы уже видели. Ну, потому что мы останавливаемся, и он нас обгоняет. Окский. Вот, посмотрите, выступление, ВК-фест. Надо было сейчас. Вот, и билеты на ВК-фест. Ёлка. ВК-фест 2022. Ёлка. Ёлка у нас в Сыктывкаре тоже была. Да-да, привет, ёлка. Вообще красота. Вон елка, бляха. Елка! Москва отдыхает. А мы на корабле плывем. Вот такая вот московская тусовка. Мимо Третьяковской галереи. Вот. Искусство 20 века. Вот такое вот большое здание. Музеон. Там я не был. Смотрите, там какие стены красивые. Распускные. Да. Галерея. Сюда. Посмотрите, проезжаем мимо вот такого. Вообще красота. Такие размеры гигантские. Вообще размеры, конечно, гигантские. На картинках не так красиво. И там вон президент отель.
Ру. Можно катер в аренду взять. Красный Октябрь. Храм Христа Спасителя. Такой вот красивый храм. Вообще шикарно. Мы сделали еще одну установку на Красный Октябрь. Здесь трады. Там вот такой вот вид на Москву тоже. Сейчас сажаем еще людей и, наверное, все потом уже. Конечная станция. Плывем Кремля. Здесь белый кирпич. Очень красиво. Да, вообще. Вон там Кремль, смотрите. Кремль. А, вот он, смотрите, Кремль. Мимо Кремля был. Красота. Вообще. Под мостом. Мост Немцова. Нам здесь магнитики бесплатно когда-то давали. А вот это этот парк на Ряде, да? Ага, вот сейчас мы будем, вот на мост. Да, вот этот стеклянный мост, мы тут тоже были. Москва. Вот тоже красивое такое здание. Куча людей. Люди машут. Подписчики мои. Подписчики помахали мне. Вот такая вот красота в Москве. Смотрите, как тут потрясающе. Просто великолепно. Как не жить. Вот здесь, я хочу жить. Фигуры против моря. Красота. Идем на разворот. Разворачиваемся и пришвартовываемся. И идем дальше гулять. Конец нашей прогулки на теплоходе. Длилась она, часа два, наверное. Здание, конечно, вообще. Роскошный дом просто. 1952 года постройки. Вот здесь вон тренировки эти фехтовальщиков, походу. Хоп-хоп. Едем мимо. Привет! Мы из Сыктывкара! А мы из Сыктывкара! А я не знаю, он сказал, к нам идите. Вот и закончилось путешествие на корабле. Мы пришвартовались и высаживаемся. Это домашний. Вот так вот. И вот такие вот цены на корабле. А самый прикол поездки — это наша Порше. Она вся зеленая от краски. О, тут вообще духота внизу.
Тут, видимо, за счет кухни такая жара стоит. На Светогор нет. На Светогор не идите, там вон все ботинки зеленые, полы только покрашены. Куда они идут? На Светогор. А мы на нем уже. Пол зеленый, все ноги будут зеленые. Дали рекомендацию подписчикам, чтобы не шли на Светогор. Надеваться некуда, люди уже заплатили. Так что кто увидит во влоге, будьте бдительны. А так все супер. Усталость, конечно, есть, но виды кайфовые.